Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте Volvo S60. Ремонт правой стороны. Машина была разобрана хозяином, и теперь ее привезли ко мне на ремонт. Итак, что мы видим? Повреждения большие, ремонт будет сложным. Порог мят сильно, чуть не до шахты. Центральная стойка тоже. Пол погнут тоже. Ну что, начинаю ремонт. Первым делом мне надо вытянуть все поврежденные места. Я измерил длину целого порога. Это 189,5 сантиметров. Теперь измеряю поврежденный порог. И это 185,3 сантиметра. О, разница 4 сантиметра. Это много. Ну что, тянем. С вытяжкой пока заканчиваю, больше не тянется, но уже выглядит лучше. После вытяжки измеряю порог, это уже 188,2 сантиметра, осталось дотянуть 1,5 сантиметра. Удаляю поврежденные детали. Удалил мешающие мне детали, и теперь я хочу отровнять шахту.
Эту яму я исправлю позже. С этого донорского куска беру то, что мне надо. А надо мне много. Крыша к верхней стойке приварена лазером. И часть стойки уходит под крышу на сантиметров 8. Поэтому замена со стойкой полностью отменяется. Разбираю донора на куски. Взял то, что мне нужно, остальное выкидываю. Теперь удаляю остальной поврежденный металл с машины. Удалил ненужный металл, остальные части, которые остались на машине, выравниваю.
Так, все вроде бы отровнял. Теперь примеряю внутреннее усиление порога со стойкой средней. Промеряю все размеры, ориентируясь на эти чертежи. Установлено все в размер, свариваю. Я сварил заднюю часть порога и установил зажимы. Теперь мне надо вытянуть переднюю стойку на сантиметр или даже полтора. Тянуть буду за лонжерон. Все в размере, и теперь я могу сварить переднюю стойку и порог. Итак, внутренние части усилителя сварены. Устанавливаю двери и проверяю зазоры. Зазоры в порядке. Удаляю оставшееся заднее крыло. Теперь устанавливаю донорский кусок и смотрю, как он устанавливается. Донорская часть установилась без проблем. Сейчас выравниваю соединение. Приготовил панель к сварке, устанавливаю ее и свариваю. Ну что, сварочные работы закончены. Thank you.
Устанавливаю двери. Задняя дверь открывается, закрывается прекрасно. Зазор ровный. Тут тоже зазор ровный. И передняя дверь тоже открывается, закрывается прекрасно. Теперь мне надо подровнять морду. Зазор между крылом и котлом не одинаковый, поэтому измеряю диагонали. Есть разница, и мне необходимо потянуть влево на 5 миллиметров. Теперь все прекрасно, диагонали одинаковые. Под занавес осталось отровнять переднее крыло. Впереди кончик крыла был уже сделан и похабно. Убираю шпаклевку и исправляю.
Ну вот и с крылышком я тоже закончил. Устанавливаю бампера, фары, задние фонари. Жестяные работы с этой Volvo закончены. Отдаю машину хозяину. Работа эта заняла 60 часов. Ну а на этом у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!